Наши выпускники на базе вот этого музея создали уже, во-первых, целый цикл экскурсий. Кроме того, был создан фильм, очень хороший фильм, кстати говоря. Мы показали его в этом году на первом занятии. Я лично показала всем группам, которые работают, включая группы инженерные. То есть как бы не профильный, там язык не профильный. У нас большие планы по расширению, углублению работы, в том числе и в научно-исследовательской части. И сейчас я хотела бы предоставить слово нашим коллегам и услышать их видение нашего сотрудничества, нашей совместной научной работы, ну и вообще дальнейшего совместного воспитания и подготовки кадров наивысшей квалификации. Спасибо. В области технического перевода. Заместитель директора музея Волков Валерий Владимирович. Ну, подтверждаю все, что сказала Георгина Дмитриевна. 2,5 года наше сотрудничество продолжается. Началось оно с научно-практической конференции, базовой конференции музея. И появилась идея, вот, она выступала, у нас доклады рядышком были. По поводу того, идея была простая с нашей стороны, то, что было сказано. Давайте объединим процесс обучения с процессом воспитания. Ваймех – это профильный вуз. Я буду сейчас излагать не как специалист по языку, да? Вот, я таковым не являюсь, а вот именно что нас побудило к этому делу. Ваймех – вуз оборонно-промышленного профиля. Невозможно воспитывать инженера будущего, не вкладывая в него с точки зрения патриотического воспитания любви к родине, к профессии к своей и патриотизм. Вот, собственно, музей на тот момент руководствовался именно этим. Да? И было предложено, с учетом того, что у нас экскурсии по музею идут с большой массой специфических военно-инженерных и технических терминов, что актуально при подготовке специалиста оборонно-промышленного комплекса, но было предложено попробовать вот объединить нашу практическую деятельность с теми задачами, которые стоят перед кафедрой теоретической и практической лингвистики. И дальше вот методом инженерного тыка, как это говорится у технарей, да, мы начали пробовать вот эти вещи. Сначала была организована экскурсия, обычная экскурсия для студентов кафедры прикладной теоретической лингвистики. Они прибыли с диктофонами на эту экскурсию. Дальше они записали соответствующий текст на русском языке. Ну а дальше начался этап вот специалистов кафедры Георгины Дмитриевны. По поводу этого этапа, наверное, лучше расскажут коллеги, как все это дело виделось. Ну, в итоге, вот после первого вот этого пробного захода, музей получил экскурсию, переведенную на английский язык. Дальше началась практика студентов, как в ходе процесса обучения, так и уже, значит, по окончании там курсов соответствующих. Коллеги приезжали к нам в музей, также шла экскурсия, кто-то из студентов, там, и преподавателей изображал или играл роль иностранных посетителей, кто-то выступал в качестве переводчиков. Они быстро менялись по ходу, экскурсия шла в течение 1,5 часов у нас где-то идет, да? Вот. И здесь вот уже коллеги строили соответствующую работу, указывая там. Я со стороны наблюдал и говорю сейчас как дилетант, с вашей точки зрения, поэтому я говорю с точки зрения своего восприятия все это дело. И как бы ребятам было все это дело довольно интересно. Но так как взаимодействие музея и кафедры строилось на взаимовыгодных каких-то началах, у вас нет денег, у нас нет денег, понимаете, это как раз тот случай, когда голь на выдумке хитра, да, получается. Вот. Мы давали или просили сделать то, что интересно музею, они ставили перед нами, вы ставили перед нами задачи, которые должны решаться на базе нашего музея. Ну что было сделано за это время? Георгина Дмитриевна уже сказала частично, значит, базовый фильм наш, который посвящен нелегкой судьбе и службе героя Советского Союза Маринеско, был переведен на английский язык, то есть появилась англоязычная версия.
этого фильма. Вот это первое. По поводу экскурсии, то, что текст был подготовлен на английском языке, и, собственно, по этому тексту могут уже готовиться какие-то переводчики, которые будут, в нашем понимании, сопровождать дальше, да, дальше эту экскурсию. Вот это было сделано. Потом весь этикетаж наш базовый был переведен на английский язык, и был подготовлен текст аудиогида, которого на сегодняшний день пока нет, чисто по техническим причинам, ну нет, пока денег в музее, чтобы закупить вот само железо, сами эти приборы, для того, чтобы туда ввести вот этот вот аудиогид. Ну, когда мы все это дело реализуем надлежащим образом, то музей по понятиям и требованиям Комитета по международному сотрудничеству правительства Санкт-Петербурга будет адаптирован к работе с иностранцами. Вот. И вот мечта музея как раз заключается в том, чтобы организованные группы иностранных представителей приезжали к нам на вот эти наши мероприятия, на наши экскурсии и понимали, что и чем занимается музей. И, естественно, вот здесь еще один этап предусматривался, что наиболее подготовленные студенты кафедры прикладной теоретической лингвистики будут приезжать вот на такие мероприятия и будут практиковаться, видеть, как работать переводчик будет и как они будут работать, в смысле, как сами будут участвовать в этом процессе, то есть в этих вот практических для вас занятиях, для нас мероприятиях. Вот был такой замысел. Значит, частично этот замысел адаптирован на сегодняшний день. То есть у нас были представители ИГИ, то есть двух возрастных групп, представители высшего командования ВМС Индии. В августе месяце приезжали со специалистами Малахита, и через два месяца после них приезжала школа индийская, Delhi School так называемая, которая работает по обмену с 653-й школой нашего Калининского района. Это школа Хинди. Они смотрели фильм, тот, который был сделан на базе, значит, кафедры теоретической и прикладной лингвистики совместными усилиями, подчеркиваю. Вот наш кинооператор, специалист по видеосъемке Егоров, в этом процессе участвовал. Студенты в озвучке, озвучивание участвовали, преподаватели, естественно, все это дело оценивали надлежащим образом. Руководство кафедры отслеживало все вопросы, и фильм получил довольно высокую оценку. Значит, причем это сказали, ну, какую довольно высокую, то есть четко сказали носители английского языка, что нам все понятно. Отличный фильм, они смотрели, причем как дети, так и взрослые. Как не специалисты, так и специалисты ВМС. Вот. Ну, были еще несколько частных таких посещений иностранцами нашего музея, которые небольшие группы, которые тоже смотрели вот этот вот фильм, и отзывы были примерно такие же, они оставлены на журналах, да, и книги отзывов нашего музея, и наговорены, опять же, вот на видеосъемку соответствующую. Все отчетные фильмы и то, что я сказал о совместной работе кафедры прикладной теоретической лингвистики и музея, имеются на нашем сайте, вот в нашем видеоархиве, и все заметки там тоже имеются. Несколько научно-практических конференций прошло за это время, наиболее памятная, которая вот, ну, на меня произвела такое неизгладимое впечатление, это как раз была научно-практическая конференция на базе Герцена, где 5 докладов прозвучало представителей кафедры. Вот. Меня там попросили выступить, но и там были собраны все специалисты в области перевода, как я, с дилетантской точки зрения понял, да, со всего бывшего Советского Союза, в том числе, не говоря уже о России. И вот сама вот эта методика под названием «Музей как учебная площадка», да, она произвела очень большое вот такое впечатление на всех этих участников. И посыпались вопросы. То есть вопросы пошли какие? Почему только английский? А вот испанский, а вот арабский на сегодняшний день, а вот французский, а вот немецкий, а вот китайский. Как вы к этому делу относитесь? Мы всегда будем к этому делу относиться, так как к этому делу относится оборонно-промышленный комплекс. Вот кого вы готовите, специалистов, да, для наших дружественных и не совсем дружественных стран, вот,
На это дело мы будем гибко реагировать. Поэтому, ну, во-первых, большое спасибо коллегам вот за то, что фактически мы вышли на определенный уровень, который далеко не предел. На сегодняшний день можно двигаться и совершенствоваться дальше. Вот за это. Поэтому предложение такое, что давайте развиваться дальше. Сообщение закончено.